Ах ты ж! Что ты? Макс Гладштейн? Вот это чудеса! Всем привет, здравствуйте! Макс, здорово! С наступающим! А со мной тоже так же по-братски. Смотри, смотри, что делает. Смотрите, ребят, я решил похитить рубрику. Ты еще от него не избавился. Ты же в течение всего года. Папа может, да, что-то там может. Папа может, все время что-то творил, вырезал. Делал ли ты открытки? Слава Богу, не открытки, нет. Как они называются? Снежинки. Снежинки. Конечно. Нет, это было в копошилках. Снежинки, открытки, я делал. Короче, я впервые это делаю. Не видно, знаю, что... основного принципа не знаю, но... Вы там не отвлекайте, пожалуйста, получеловека, полукролика. Хорошо. Я все пытаюсь, чтобы меня взяли в Марвел. Антон, к чему это все идет? К чему это все идет? Да. Я надеюсь к тому, что у меня что-нибудь получится. Максим, можно я твою могучую спину призову мне в помощь? Потому что мне кажется, что я закончил. Ого! Ого! Как он это сделал? Там же еще и прям кролик есть. Смотри, вот они, ушки. Это вот он? А? А? Это очень круто. Очень круто. Ты очень наблюдательный. Вот чувствуется, что я твою рубрику все-таки похитил. Да. Ребята, ну все, мы ощутили волшебство, которое появилось в этой студии. Давайте, чем будете удивлять в этот раз? По новогодним? А для вас сегодня пятилетний Сашка и трехлетний Илюшка. Давайте. Это мой максимум. Вывози. Я вывожу? Да. Точно? Точно. У меня есть магический фокус. Сашка и Илюшка. Тогда смотрите внимательно. Будет Антошка. А не только я вам его покажу, но я еще вас научу. И не только я научу, а научит сам Дедушка Мороз. Вау! Хотите посмотреть? Да! Смотрите, настоящая иллюзия. Иллюзия с красным платочком. Супер! Видели когда-нибудь такое? Видели красный платочек? Конечно, видите, что в пионерском лагере. У меня тогда нос кровь носом идет обычно. Да не про это сейчас, Сашка, ты чего? Смотри на платочек. Платочек будет исчезать медленно, он будет уменьшаться. Ты тоже это делаешь? Кровь. Маленький платочек уменьшается. Ага. Еще сильнее уменьшается. Ага. А? Малюськи настался. И щелчок, смотрите внимательно, Илюшка, Сашка. Да. Он исчез. Еще. Не и превратился быть. В яйцо. Куриное? Ля. Что-то пошло не так. Хотите, сейчас научу. Точнее, не я научу, это я плохо сказал. Дедушка Мороз научит всем. Хотите? У меня есть подготовленная специальная инструкция. Можно ее сейчас включить. И слушайте внимательно, сейчас пожалуйста. Сейчас Дедушка Мороз включит. Да. Здравствуйте, мои маленькие волшебники. Привет, это привет я, всем. Дедушка Мороз. Я попросил своего помощника Максима это научить я. Вас маленькому волшебству. Здравствуйте. Слушайте и запоминайте. Сегодня я хочу рассказать вам секрет невероятной иллюзии. Иллюзии платочка, превращающегося в яйцо. Для того, чтобы показать этот трюк, вам понадобится яйцо, бокал, полотенчик и платок. А где платок, дедушка? И вот секретная часть. На самом деле платок находится внутри фальшивого яйца. Я все знал. Вот как мы покажем этот фокус. Поверни яйцо на 180 градусов. Положи платочек в карман. Молодец. Спасибо, дедушка. Сейчас я тебя научу простым магическим движениям. Магические движения. Спрячь яйцо у себя в руке. Твоя цель – это скрыть яйцо от глаз зрителей. Не забудь сделать натуральную позу. Это называется магическое сокрытие. Для того, чтобы было удобнее приготовиться к показу, размести яйцо в ближайшее удобное для себя место. Все, я готов. Теперь достань платок из кармана и скажи, у меня есть красный платочек. У меня есть красный платочек. Не забывай, что вежливый и мягкий голос – визитная карточка фокусника. У меня есть красный платочек.
Молодец. Спасибо, дедушка. Ты не веришь, что это обычный платочек? Не верю. Покажи, что он обычный. Хорошо. Покажи. Молодец. Да спасибо, дедушка. Теперь отдай на проверку зрителям. Нет! Нет, все нормально! Нет, нет, все, все, показывай! Все действительно поверили, что платочек обычный. Помаши им так, чтобы зритель не увидел, как ты незаметно взял яйцо. Вот теперь самая простая часть. Просто понести платочек внутри яйца. Поехали. Молодец. Теперь засунь руку в карман и брось немного магического конфетти. Сделай магический жест, который тебе больше нравится. Помогите мне ручку вперед. И вот так вот магический жест над яйцом и бам, щелчок. Теперь время показать то, как простой платочек превратился в настоящее яйцо. Получи свои заслуженные аплодисменты. Спасибо, спасибо, дедушка. Но важно помнить, что ты не можешь показать обратную сторону яйца, иначе раскроешь секрет фокуса. Если публика не верит, что яйцо настоящее, покажи, что они не правы. А как, дедушка? Просто убери секрет с помощью настоящей магии. Настоящая магия. Теперь возьми бокал и разбей яйцо. Получи свои заслуженные аплодисменты. Спасибо большое! С Новым годом, дорогие друзья! Круто! Божественно! Ребята, ребят, как ребят, всегда, нам, давай, как всегда. Давай. Главное, потом никуда не выкидывайте, у нас есть молоко, мы сделаем гоголь-гоголь омлет. Мы хотим вас пригласить для демонстрации следующего трюка вместе со мной. Смотрите, я надеюсь, у вас тоже получится. Раз, два, три. Ух ты! Попробуй. Можно? Конечно. Можно? Саша, смотри, у меня получается, нет? Смотри. Здесь итак? Рука потом. Раз, два, три. А? Саша, а? Иди сюда. Саша, давай. И у меня получится, что ли? Да, Саша, давай. Давай. Подождите. Люк, не уходи. А как нужно браться? С любой стороны? Да, да, лучше давай. По центру. Хорошо. Да. Внимание. Раз, два, три. Ну-ка еще раз я попробую. Максим, а у тебя получится. Подожди, подожди. Мне, мне, не дерни мне, быстро дерни мне. А, я? А? Сегодня со своими домашними столами сделайте вот такие вот снежинки. Давайте так оторвем серединку. Подождите, фокус, смотрите. Снежинку оторваем. Еще один планирование. Опа! Ого! Саша, даже без волшебных слов. Так, все. Все, 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 отрываем по кусочку. У нас должны получиться очень красивые снежинки. Я думаю, что любой зритель, глядя за нами, легко справится с этим заданием. Парни, как всегда, просто пришли и всю студию завалили снегом. Теперь волшебным. Смотрите, самое сложное – это взять и превратить вот эту снежинку, которая у вас получилась, в сосулю. Ого. В сосулю. В сосулю? Да. Чтобы получилась сосуля из снежинки, не ее нужно засосать. Поэтому, внимание, вот так вот делаю. Вот это. Сосулю. Не хочу, не хочу, ты ее сменяешь. Уже. Мне есть своя. Давай. Охо! Мишура появилась настоящая. Подождите, у меня на губах. Что? Ребята, как всегда, Макс Блокштейн, Антон Рукосуев. Ребята божественной магии. Бумажная магия. С Новым годом всем! Ну что, давайте обнимемся, ребята. Загадаем желание. Поклон, поклон, поклон. Все же знают, что если по центру стоят Илья и Сашка, а по краям стоят Антон и Макс, то всегда все желания исполняются. Беритесь, беритесь за края своих гаджетов, либо телевизора, и вот мы замкнем. За края, какие есть рядом. Беритесь за них, друзья мои. Обнимайте телевизоры. Ну, это очень важно. Снимать телевизор. С Новым годом. 3-4. С Новым годом! Так, парни, вы же в курсе, что идет дальше? Да. Естественно.